Приветствую! С вами Магисайт. Это Stardew Valley. И сейчас я буду работать с шахтером. В основном. Так. Ну и перед концом этого дня мы зайдем в бар. Думаю, до 22 игровых часов. Серьезно? То есть они сделали вот так вот просто? Ты реальный? Не, серьезно? Раньше нельзя было пользоваться. Нужно было дойти до самого нижнего вот этого уровня и... Ничего себе! Это улучшение. Я считаю, что это улучшение. Проси, что... Стану себе еду. Долгое человеческое яйцо не видел. Мое имя Григорий. У меня есть кое-какие припасы в магазине. Чтобы приобрести, заходи в мой тент, ну и палатку. Я очистил шахты вчера, так что... Ты не обнаружишь каких-либо монстров, но остерегайся. А, они могут отреспавниться. Если хочешь обойти их и просто попасть сюда быстрее, ты можешь всегда пользоваться, собственно, вагонеткой. Она не сломана. Так что не волнуйся. И не трогай амулет в святилище. Если ты сделаешь это, ты не сможешь покинуть эти шахты. И сама локация изменилась. Раньше тут было пустынно. И вообще, эти записки я не буду читать, потому что мне понадобится переводчик. Угу.
Какими древний какой-нибудь древний фрукт упал? Вроде бы нет. А это не отбирается. Можешь собирать все, что найдешь в этой долине. Пока не буду читать, что туда не пойти пока что. И давайте покажу, собственно говоря. Ага. Сначала он должен быть тут. Ну. Начнем с первого уровня. Теперь здесь нет лестницы. Теперь я даже немножко обеспокоен тем, что не взял с собой оружие. Так, это нельзя. Так, по углам могут быть скрыты. Потрачу энергию. Мне интересно, что там. А раньше монстров не могло быть здесь. А, это переход на следующий уровень. Пожалуй, пропущу. Хотя иногда здесь снизу бывает что-то ценное.
Но похоже, что не в этот раз. Туда слишком долго. Так что я пропущу. Нужно что-то ускоряющее. Да. Угу. Что, плюсик где-нибудь есть? Вроде бы нет. А вот это уже интересно. О! Ну, думаю, трогать или не трогать. Думаю, нет. Угу. О! Вы получили дикая наживка. Уникальный рецепт Линуса, позволяющий поймать сразу две рыбы. Прикольно. Такого раньше не было. Если что. Так. Ну, там выход на следующую. Ага. Они... Действительно прикольно сделаем. Появился где-нибудь. О, еще один сундук. Ого! Ого! А, небольшое. Так. Во. Угу. Посмотрим. Это благодаря... А может быть нужно по-другому? Вот так. Да нет, вроде бы. Надеюсь. О, что это? А.
Появился где-нибудь спрятанный. Все, лишь камень. Они реально хорошо поработали над оформлением локации. Так, пора перекусить. Две минуты. О! Блин. Еда. Ого. Ух, ё. И вот, собственно говоря, из чего состоит та пещера. Я решил не показывать путь, так сказать, домой. Вместо этого покажу-ка я лучше мини-игру. И заранее посажу.
Так. А! Монстр. Привет, монстр. Пока, монстр. Так. Так. Вот так. Так. Придется ощущать. Уровень шахтерства явно повыше. Давайте здесь. Угу. 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 Так. Ну, по моим расчетам, это должно быть так. Раз, два, три, четыре, пять. Так, он должен быть где-то. Угу. Хорошая попытка. О, прикольно. Но недостаточно. Так. Нет. Пуск, иначе он будет слишком имбовый. Так.
Так. Интересно, что... Так. Значит, сколько там? Угу. Ты. Так, раз, два. Угу. Не подходит, похоже. Раз, два. А, не подходит. Так, раз, два. Угу. Хотя постой. А зачем мне туда? Все. Нет. Ну. Все-таки придется поить в этот раз. Угу. Ну. Пока что убил. А, вот это не нужно убирать. Так. Ну. Давайте я покажу, собственно говоря. Какой у нас тут бар? Я тут подумал. И знаете что?
2 дня, думаю, с вас достаточно. Почему? Думаю, вы понимаете, почему. Прекрасная расслабляющая музыка. Эй, пацан. Я бы купила тебе выпить, если бы могла тебе позволить это. Я тут вспомнил кое-что. Очень важное. Прежде чем, собственно говоря, нужно словить кое-какого персонажа. Так, ну-ка. Ты здесь? Он еще не здесь. Я его пропустил? Серьезно? Я его пропустил, да? Да, пропустил. Ну, что поделать? Давайте лучше насладимся это его комната. Кстати. Сколько нужно будет завтра ему отвоить за... Он не продает. Это странно. Pumpkin Smasher. Аркадная игра. На двери замочная скважина в виде черепа.
На какой двери? Непонятно. Ну. Я вот серьезно подумаю о том, чтобы... Так, ясно. Это нечестно было. Это определенно было нечестно. Но я сам загнал отчасти себя в угол. Что ж, вы все видели, что возможно, возможно, с джойстиком будет получше. Но... Как видите, еще много. Так. Во. Вроде бы все. Что ж, ссылки будут в описании. Подписывайтесь и ставьте лайки, если у вас
Тоже 520 минут за текущий сеанс было. Монстр есть еще. Есть. Поэтому сейчас и вроде бы больше нет. Вроде бы. Что ж, всем пока.